Межсезонье – не повод расслабляться и ждать снега. Красивым город должен быть в любую погоду. Очистить улицы от пыли и листвы в кратчайшие сроки – такую задачу поставил глава Самары Олег Фурцев руководству районов, департамента благоустройства и муниципальным предприятиям. 10 пылесосов работают в ночь ежедневно, и 2 пылесоса работают в день ежедневно. Это по большим. То, что касаемо маленьких, работают 8 пылесосов. Ситуация еще усугубилась тем, что дожди и очень много машин паркуются в газонах. Очень много. Оттуда все это вытаскивается. На подбор мусора нужно усиливать ситуацию, то, что говорил сегодня глава. На этот ноябрь сейчас, пусть эти 20 дней, усилить, выйти на трехсменную работу пылесоса. К уборке улиц надо чаще привлекать и тех, кого за мелкие правонарушения суд приговорил к общественным работам. По-другому будут и спиливать старые деревья, чтобы не оставлять пеньков на газонах. Благоустройство не терпит небрежности. Особое поручение архитекторам – позаботиться об эстетике. Вот к главным архитекторам вопрос. Вы что, не видите этих деревянных заборов облезлых? Пройдите всех собственников. У вас они должны быть. Направьте им уведомления о необходимости привести в порядок. Начните хотя бы с заборов из частных домов. У вас архитекторы должны каждый день беспокоиться о том, как выглядит район. С 12 ноября глава города начнет рабочие поездки по районам, где предстоит выяснить все проблемные точки. А вот зимой на дорогах будет меньше песчано-соляной смеси. Вместо нее в центральных районах будут применять экологический реагент «Бионорд». Марина Кравцова, Григорий Пришаков. События.